Одна із останніх новин буквально кількох годин. Британська розвідка повідомляє про те, що влада Росії офіційно скасувала акцію «Безсмертний полк», яка запланована на 9 травня. Як каже британська розвідка, саме для того, аби не бачили люди і не бачили ті, хто може побачити, скільки є втрат. А кому прийшла ця ідея скасування, якщо Путін фактично живе в цій бульбашці і не розуміє, що відбувається? Нет, ну я думаю, что причина все-таки другая. То есть они отменили бессмертный полк, как и некоторые из мероприятий 9 мая, особенно в приграничных областях. Ну хотя, насколько я понимаю, бессмертный полк отменен и в Москве, и в других регионах. Из опасений, что могут быть удары по военным парадам, по скоплению техники, военнослужащих и так далее. Ну и как бы вкупе с этим они и, так сказать, решили не рисковать и бессмертный полк отменить тоже. Дело в том, что я не очень понимаю, как, судя по той цитате, которую вы привели, можно связать акцию «Бессмертный полк», абсолютно пропагандистскую, такую победобесную акцию, и выяснение количества погибших в результате СВО. Ну, я не знаю, можем виднее. На паради в такому сенсі, що будуть іти люди з фотками загиблих там, власне, своїх родичів. А, ті, які в СВО. Да. Інтересно. Ну, може бути, може бути. Я не исключаю, хоча, опять же, там не розберешь, то ли він погиб в 45-му или 41-му, ну, да, то ли погиб в 2022-му. Не знаю, но во всяком случае, понимаете как, для Путина возможность отмены этих празднеств, мероприятий мемориальных и так далее, это легальный повод не выступать на Красной площади. Понимаете? То есть, ну а что, нет ничего, я не могу выступать. Что выступать, перед кем выступать? Ну, как бы логика такая, мне кажется. Почему? Потому что, несмотря на разговоры о двойниках, да, то есть Путину надо появиться. Он в прошлом году 9 мая 22 года выступал, между прочим, на Красной площади. Ну, там все от него ожидали, что он войну объявит, еще что-нибудь объявит. Он ничего не объявил в тот момент. Но он выступал лично. А вот сейчас-то где гарантия после того, как уже стрижи украинские прилетали в ряд мест российской территории, там в Энгельс в Саратовской области и в Дягилево в Рязанской области. А где гарантия, что они не прилетят на Красную площадь в момент выступления Путина перед зрителями, так сказать, теле и, собственно, присутствующих на параде, на почетной трибуне гостей и так далее. То есть я думаю, что это все подвязано под его возможность онлайн какого-нибудь выступления на экране, там что-нибудь такое, в безопасном месте. Я не знаю, может, он и рискнет, может, они там средства ПВО развернут, но он же ведь маниакально боится, понимаете, поэтому нет мероприятия, но я и не выступаю, понимаете, безопасно. Поэтому я не исключаю, что все отмены идут, исходя из того, что вполне могут какой-то удар совершить там вооруженные силы Украины или просто какие-то люди. Вот, например, по-моему, какой-то бизнесмен в Украине объявил там чуть ли не награду в 500 тысяч тем, кто дрон пошлет на Красную площадь. Ну, там-то в России они воспринимают это серьезно, они же там иронии не понимают, они про сарказм-то, в общем. Поэтому они считают, ну все, дрони полетять, уб'ють всіх. Соловйов в своєму ефірі навіть сказав, що українська ППО збила ракету Ілона Маска, яка вибухнула після того, як взлетіла там в четвер. Але то таке, то зрозуміло, що це нічого серйозного з цього немає. Я думаю, прикалується, що він дурак, ні? Ну, я надіюсь, я не думаю, що хтось... Знаєш, по ним не розберіш, на самом деле.